до этого года существовали компьютерные назначения в Испании. И вот накануне этой игры очень многие обсуждали то обстоятельство, что никогда еще ни разу лучший испанский арбитр... Роналдиньо. Брал скорость. Роналдиньо. Месси. Опасный момент. Помешали Месси пробить. И Касильяс руками с ловкостью профессионального... Смотрим еще раз. Месси и Роналдиньо головой сделают прекрасную скидку. Пять раз ошибся, шестой раз прорвался. И герой эпизода. Тюрам. Роналдиньо. Ну вот разогнаться бы ему. Роналдиньо у мяча. Удача изменила охотника. Двоякая такая оценка игры Реала. С одной стороны, защищается команда очень неплохо. И главное, что она в этом проявляет себя именно как команда. Очень самоотверженная и самые разные футболисты. Роналдиньо. Обыграл Рауля. Прострельная передача. Очень хороший пас Роберто Кар. Может, в контракте так написано? Умеет, но ведь сколько уже времени не идет. Отмерил разбег Роналдиньо. Получил повреждение в матче с Атлетико, если я не ошибаюсь. Менее сложная серия матчей, хотя Стяу и Хитафи это не то же самое, что Севилья и Челси, но Реал начал свою игру, и то, что это произошло между чудовищно плохим и слабым поражением от Хитафи с атмосферой рабочей. Тем временем Рональдо пробил, пожалуй, свой самый опасный штраф. Атлетико и Хитафе. Что сказать? Вамос, друзья. На этом все. Для вас работал Василий Уткин. До свидания, барселонцы.